Ну, для начала мы обращаемся к главе администрации города Мурманска Сысоеву и мэра сейчас у нас нет, вместо него такая Примякова Тамара Ивановна. Открытое письмо. Уважаемый Андрей Иванович. А почему мэра не дали? А Диму куда дели? Как там его дали? Вы даже по телевизору не видели. Ну, не важно, какая разница, господи. Тамара Ивановна, это тоже администрация. Понятно. Ну, короче, ладно, читаю. Открытое письмо. Уважаемые Тамара Ивановна и Андрей Иванович, в средствах массовой информации города Мурманска прозвучала информация о строительстве нового домика моржей на Симоновском озере. О судьбе нынешнего здания и участке, где оно находится сейчас, сказано не было ничего. Для нас, любителей и профессионалов зимнего плавания, это место и домик дороги. Для нас это своеобразный храм здоровья. Здесь мы проводим время с пользой для себя и окружающих, крепнем морально и физически. Ну я кратко все, не стал там уже расписывать. Понятно. В связи с этим было принято решение о созыве очередного собрания организации, на котором мы ходатайствуем о следующем. Первое. Оставить здание школы зимнего плавания на том же месте, где оно сейчас находится. Даже при завершении строительства и открытии нового здания того же назначения. Понятно, да? То есть да, даже если они построят, все равно, чтобы наши оставили. Пусть строят, где хотят, что хотят, это сохранить. Ну, оставили это одно. Дальше читаем. Второе. Сохранить исторически сложившийся вид здания без каких-либо перестроек и пристроек. Ну, чтобы они его не обделывали сайдингом никаким. Это нам не надо. Третье. Сохранить режим круглосуточного и свободного доступа членам общественной организации МОРШ к раздевалкам и спортзалу. Это так наш вот режим, в котором мы сейчас работаем. Да, но здесь они могут упереться. Вот лучше это вообще не писать, потому что мы отвечаем, организация всегда как бы за аренду. Галина Николаевна, подождите, дайте дочитать до конца. Четвертое, дать официальное разъяснение по вышеперечисленным пунктам, в том числе посредством средств массовой информации. Это четвертое было. Также считаем, что строительство второго домика моржей на Семеновском озере экономически нецелесообразно. Можем рекомендовать вам для развития спортивного зимнего ледяного плавания в Мурманске несколько вариантов. Какие варианты? Это строительство бассейна где-нибудь там? Среднее озеро. Среднее озеро, абсолютно правильно написал. И еще для особо одаренных, кто у нас есть, использование лодочной станции в зимнее время. То есть, если кому-то прорубь кажется маленькой, туда. Я не расписывал ничего, просто коротко написал. Использование лодочной станции в зимнее время. Вот. При необходимости председатель организации, то есть я, предоставит в развернутом виде все вышеназванные варианты с обоснованием целесообразности строительства их всех. Ну, это я, поверьте, сделаю грамотно. Вот. Это все подписали. Что не будет массовости, вообще заглохнет моржовое движение. Это 100%. Так, ну что кто хочет сказать еще, кроме Галины Николаевны? Потом вам слово предоставим. Да я уже все услышала. Да. Ну, нет, давайте, это очевидно, потому что все. Кто что думает? Молодежь что думает? Мы как бы, люди среднего возраста, понятно, будут держаться за это место. Пенсионеры тоже, потому что пенсионерам это все здесь очень удобно. Близко, доступно, близко к обстановке. Да. По финансам доступно. Это вторая причина, согласен. Это место выбрано. Саша, еще раз, кто? Нужно было на 17 собрание. Скажи, пожалуйста, почему изначально все началось? Почему это место кому-то... Почему началось? Да. Об этом мы только можем догадываться, почему. Я подозреваю, что просто само это место... Морально устарел написано. Морально устарел. На этом месте? Нет, морально устарел домик. Не место. Место, оно, поверьте, всегда будет как не устаревшее. Потому что сейчас все решают деньги в наше время. Вообще, знаете, возмутительно, что... Морально не устарел. Нормально. Инициаторы вот этого переноса даже не потрудились встретиться с нами. Вот это возмутительно. Хотела сказать, обратиться к властям. Вот смотрите, как бы председателя. Они даже не пришли, не спросили, где нам удобно, куда перенести, подавщики не нужны. Это возмутительное отношение к горожанам. И те свои эти постулаты, которые они говорят по телевизору, как они о нас заботятся, разбились просто сейчас ни во что. Мы живые люди, здесь ходят 50 лет, многие уже десятилетиями. Это их здоровье. Мы не ходим в поликлиники, мы не тратимся на лекарства, а мы не создаем проблемы государству. Не имеем права сейчас пенсионеров, потому что мы здесь черпаем здоровье. И почему-то к нам... Да, мы общественная организация, но это не значит, что власти городские должны игнорировать мнение людей. Это просто возмутительно.
Можно я скажу? Я хочу предложить еще привлечь горожан к этому списку, предложить горожанам, мурманчанам тоже подписать, указать им в средствах массовой информации, где подписать. Чтобы они тоже, может быть, кто-то тоже имеет мнение, понятно, из просто горожан. Чтобы мы не одни выступали, а вместе с жителями Мурманска. Ну, да. Ну, я вам скажу так, что пока это только первый шаг, если диалога не получится, будем продолжать. Там уже будем всех привлекать. Праздника Севера участия. Объявим городом. Пойдем маршем по центральной улице. Маршем пойдем. Да будем писать приемы президента. Александр, митинг согласовывается администрацией. А то сейчас придут разгонят. На всех форумах прошел шестой форум международный. Россия спортивная держава. И там наш президент говорил о развитии именно массового, доступного спорта. Все рекорды начинаются с дворовых площадок, и обратите внимание, это цитата, добровольных спортивных обществ, общественных организаций. Здесь не одна организация, здесь общественная организация МОРШ. Здесь постоянно присутствует Спарта, общественные организации, молодежные. Президент призывает к развитию доступности спорта всем группам возрастов. Извините, здесь не все здоровые люди сюда ходят. Вы видели, ходят и с палочками, и с этими, и вдруг в целях развития это, ну, прямое. Решить доступность. Решить доступность не как таковой. Перенести на ту сторону. А чтобы с палочками не видели, что выходит. Ну, я должен ходить здоровые, не могли, молодые, задорные, и улыбались, и ходили, и приносили некую прибыль, что ли, в тот спортивный центр. То есть президент говорит об одном. Кстати, президент обратил внимание, что это обязанность прямая муниципалитетов и важнейшая задача. Спасибо, а здесь все наоборот. Галина хочет что-то сказать. Могу добавить и дополнить. Дело в том, что у нас движение «Белый медведь», которые сейчас чемпионы, и чемпионы мира, и чемпионы России, которые выезжают, они вышли из моржовой организации. Если не было бы такой большой нашей массовости моржовского движения, не было бы этих чемпионов. Все вышли из нашего движения. И второе, которое я хочу сказать, что у нас... Так, второе... Второе я забыла пока. Что-то хотела... Ну ничего, эмоции. Ну что, кто еще хочет сказать? Дело в том, что у нас это движение уже существует с 65-го года. 65-го года. Домик стоит с 75-го года. И вот это вот движение, то есть вот наша организация, почему организация получилась? Мы обеспечиваем сохранность домика, мы обеспечиваем тренировки, мы обеспечиваем инструктаж. То есть тем, кто желающий новые приходит. И это потому что взяла на себя эта общественная организация. Поэтому эту общественную организацию надо обязательно сохранить. Но если домик отсюда уберут, организация как таковая иссякнет. Не будет этой массовости, не будет этого движения. И мы уникальный город в России. Где, вот к нам приезжают со всех городов и говорят, какие вы счастливые. У вас есть домик, вы здесь можете круглосуточно заниматься, переодеваться и... тренироваться. Вот. В других городах этого нет. Люди за это бьются, чтобы там тоже какое-то выбить себе помещение, чтобы можно было свободно приходить, купаться, тренироваться. А, вот. Нас а теперь, пишут, да, то есть вот это вот все, что говорю, какие заслуги наши чемпионы имеют, это все в итоге, то есть на самом деле, жизнится на базисе нашего движения, широкого движения моржей. Вот. А это уже единицы, которые поднимаются в чемпионы, то есть их бы не было, если бы не было этого домика, если бы не было Михаила Ивановича, который вот это все энтузиазм, все заложил. И теперь, естественно, наша вот просто задача, наша сохранить это все, отстоять это все, потому что ради всех, кто вот годами сюда ходит, десятилетиями многие ходят, вот, детей сюда приводят, это удобно, потому что здесь очень недалеко от остановки. А то, что им здесь парковка, то парковку в конце концов можно найти, сделать, где можно, и недалеко дойти даже, если... от центра торгового. Вот. Как у нас многие сейчас уже стали ослаблять. Там машины ходят сюда пешочком. Поэтому надо бороться. Хорошо, мы будем бороться, чтобы власти знали. Если нас не услышат, мы будем бороться дальше. Не дадим предать забвению. Память скажите, Михаила Ивановича. Да. Так, кто не подписался, ходит подписной лист. Я подпишу. Так, говорите. Значит, я хочу сказать, что надо разделять спорт спортсменов.
которые составляют нашу команду «Авангард», представляют город Мурманск и Мурманскую область. И надо разделять любительский спорт. То есть у нас больше любителей. Средний возраст, ниже среднего возраста – это две разные вещи. Как только домик здесь построят, абонемент даже не здесь, а его снесут в другом месте. Значит, абонементная оплата будет очень высока и недоступна будет пенсионерам и тем людям, которые… Это как минимум 1000 или 2000 в месяц. Потому что там будет, может быть, сухая сауна, может быть, там хорошие раздевалки, может быть, там хороший тренажерный зал и так далее. Да, это будет уже ограничено. Я считаю, что если это здание составляет пожарную безопасность, пожалуйста, пускай администрация пропитает из пропитки дерева, облагородит немножко, чтобы он выглядел получше. Но сносить его не стоит. Если товарищи спортсмены с «Авангарда» хотят занимать места, представлять и так далее, тренироваться по-настоящему, пожалуйста, озеро свободное, можно делать отсыпку, можно делать еще что-то и строить отдельное здание. Но улучшать вот это массовость, это столько лет. Кто-то ходит год-два. Я вот, например, занимаюсь с 86-го года, жена с 87-го. У нас по 10 лет полностью мы занимались, там год перерыв был, потом снова занимались. То есть люди приходят и уходят, возвращаются, дети, внуки. Я считаю, что вот это самое главное, любительский спорт. Кто хочет заниматься по-настоящему, пускай занимается. Никто, спасибо большое. Давайте я немножко все-таки просвещу вас по поводу всех этих федераций, потому что, смотрю, люди не в курсе. На базе домика работают две спортивные федерации. Одна это федерация ходового плавания, она основана в 2010 году, возглавляет ее Сергей Иванович Корытов. Вторая федерация зимнего плавания города Мурманска, возглавляю я по совместительству. Ну что я могу сказать, как тот, кто возглавляет федерацию, то есть развивает спортивное движение в городе Мурманске, я могу сказать, что нас этот домик вполне устраивает. Нам на той стороне домика не нужно. Почему? Причин очень много, правильно, то, что вы сказали. То, что, во-первых, нас мало. Вот если взять спортсменов по городу Мурманску, настоящих пловцы, ну и начинающих, их наберется, ну дай бог, человек 30. Столько же мы потянем, предположим, каким-то соревнованием. То есть, ну, человек 60-70 в лучшем случае. Это, кстати, очень хорошо видно по заплыву на день города, сколько человек есть. Смотрите, у нас все получается на данный момент, ну, думаю, что под конец года вы все взносы заплатите, кто не заплатил, будет человек 250. Вот, то есть это получается где-то, ну, процент. Четвертая часть – это спортсмены. Вот и поверьте, что спортсмены тоже не хотят, в большинстве, во всяком случае, никто мне об этом прямо не сказал, что он хочет на ту сторону и в новый дом. Спортсмены бы что хотели, чтобы им сделали? Сделали как в Петрозаводске. Ну, просто вам рассказываю про клуб Петрозаводск. Там такая же система, два домика. Один домик работает все время, как вот, предположим, спортзал у нас, да, у нас также работает все. Вот. Отдельные ключи всех у каждого. Второй домик работает по такому комендантскому часу, там, с часу, например, до трех, и все, больше он закрывается. И у них еще, кроме того, есть обычный небольшой плавательный бассейн, который находится на улице, в котором поддерживается температура воды 5 градусов. Вот если нам такой город-бассейн сделает, то это будет действительно очень хороший вклад для наших тренировок. Потому что это будет, во-первых, безопасно для нас, безопасно для окружающих. Потому что, упаси бог, кто-нибудь, если мы делать будем большую прорубь, здесь или на той стороне, неважно, там кто-нибудь провалится, это запросто может быть, чем больше прорубь, тем больше шансов. То есть нам, в принципе, большая прорубь не нужна. И место нас это вполне устраивает. Это я сказал от спортсменов. От любителей, да, уже все слышали, которых большинство, подчеркиваю. А как организация должен учитывать мнение большинства в любом случае. Так что наше общее мнение мы отразили. Она и была создана изначально для того, чтобы была доступна всем массам. То есть люди пришли, небольшие взносы заплатили и могут ходить. И тогда, когда удобно, после работы, до работы, тогда, когда удобно. А не тогда, когда будет ограниченное время какое-то. Вот. Так что... Они не ходят в поликлинике, не стоят в очереди, в колонны в колл-центрах. Они приходят сюда, и только власти должны это все поддерживать и развивать дальше.
меня еще одна просьба ко всем вам. Ну, сами понимаете, что собрание не останется без внимания. Соответственно, будут какие-то такие небольшие дёрганы руководства организации. И к нам, поверьте, будет больше операций. Я очень прошу всех здесь, это актив наш. Записывается в журнал раз. Во-вторых, это касается старых членов организации. Послушайте внимательно, кто вступил до 2014 года. Вы так и есть новые бланки. Пожалуйста, я всем положу в мужскую, женскую раздевалку новые бланки. Пожалуйста, заполните их и бросьте в почтовый ящик, чтобы у меня были все ваши данные. И чтобы самое главное было ваше согласие о том, что вы разрешаете с ними работать. Потому что сейчас закон очень за это строго наказывает. А те, кто вступил давно, они ничего не подписывали, кроме такой простенькой бумажки. Хорошо, все меня услышали? И главное еще платите, пожалуйста, членский взнос. И передавайте остальным, чтобы я видел, кто у меня входит. Потому что чем будет больше порядка, тем меньше списки мы будем подавать в авангард. А я вынужден подавать по 300 человек. Я просто объясняю, что ежегодно подаются списки в авангард, да, все кто ходит. Они вынуждены подавать по 300 человек, там, по 350 даже. Они считают, что у нас очень много. А на самом деле половина из них не ходит, потому что статус их непонятен. Но не ходит или нет. Чтобы я просто определялся к концу года, и этот список тех, кто платил, подавал. А остальные не ходят, ну и ладно. Просто к чему, что будут проверки. Нам их уже обещали проводить. То есть все придет человек со с моим списком, посмотрит, о, вы есть, все хорошо. Вас нет, почему? Я не либо. Это мне нам минус ставят. Понятно, да, все? Служба такая. Вот у нас собрание собирается один раз в год. Да, в феврале месяце. Чтоб максимально приходили люди по возможности. Потому что приходят мало. Это уже трудно. Да. Поверьте, мало, но я обращаюсь. Мы так и всегда ходили и идут, как вы им не говорили. Да, пожалуйста. Мне кажется, это не мнение только нас, моржей, это мнение всех юрманчан. Потому что домик моржей, вот этот домик моржей, это своеобразная визитная карточка города. Это достояние города, это история города. Ну, я не знаю, туристы, принимающие, приезжающие туда, в Мурманск, Мурманскую область, в первую очередь, помимо церквей, памятников и всего остального, считают долгом своим и интересом запечатлеть себя именно на фоне города, на фоне нас, моржей, в зимний период, иностранцы, конечно, безусловно. То есть это определенная достопримечательность. Смотрите, вот сейчас, что будет дальше происходить? Просто объясняю вам, что будет дальше. Вот это письмо будет пропечатано мной официальной печатью, и завтра будет отнесено в администрацию города Мурманска. Вот. Мы там ждем какое-то время ответ. Ну, по закону положено месяц. Я, конечно, думаю, что все-таки они как-то к нам отнесутся с большим уважением и ответят сразу. Вот. И хотя бы по газетам и по телевизору мы увидим, что домик действительно остается. Если ответа не будет в течение ВАДа, пускай месяца, то мы что делаем? Мы эти документы, которые вот мы сейчас подписали, мы отправляем дальше, уже губернатору. Не получится губернатора, отправим, значит, президенту. Только так. Ну что, Александр, я хотел добавить. Да. Вот здесь, да, отсылка. Отсылка была специально сделана. Я знаю. Под этот дом. Туда самославно завозили Сталинградку из карьера. И мы еще кувалдой там разбивали, то есть, и подсыпали. Ну, да, то есть да, сами, да, делали? То есть сами, вот это место. У нас был водолаз, который вот этот дом чистит, и этот причал делает. И сейчас чистит. И сейчас постоянно затрачиваются огромные деньги на эти проекты. Ну вот он начал строиться, этот проект. Вот мы встречались с властями, несколько раз с ними общались по этому поводу. И нам несколько раз было сказано властями, в частности, по-моему, если мне не изменяет память, Сысоев говорил сам лично о том, что домик этот трогать никто не будет. И вот проходит время, нам никто ничего не говорит о общественной организации, и появляется в прессе, как снег на голову, оказывается, уже идет проектирование по его переносу. То есть, а до этого заверялось неоднократно, что домик переноситься не будет. Опять же, задавали вопрос, а что будет с подъездом сюда с машинами? Сначала хотели перекрыть здесь парковку, чтобы реализовать этот проект свой. Теперь уже хотят и домик принести, понимаете, вот как, ну, как они делают. Это заверялось, неоднократно здесь говорилось властями представителями, что домик затрагиваться не будет. Он был в проектах прописан, нарисован, там какая-то была космическая станция нарисована в этом виде. А теперь, видите, уже даже здесь не собираются космодром строить, хотят его туда перенести.
По поводу кадастровой стоимости земельного участка. Я ищу информацию. Юриста вы уже нашли. Собственно говоря, я занимаюсь такими вопросами и знаю, что да, кадастровая стоимость земельного участка, именно кадастровая, она значительная, она очень значимая. Но согласно постановлению правительства Мурманской области, оно существует, если произвести оценку земельного участка независимыми экспертами, которые тоже существуют и есть в наличии, эта стоимость уменьшается в разы. То есть это будет рыночная стоимость. И вот по этому постановлению, о котором я сейчас сказала, за 15% от рыночной стоимости может собственник выкупить земельный участок. Это очень интересно и очень ведь и многих пользуются. Если это действительно была береговая линия, но это была отсыпка, это совершенно другое. Этот вопрос можно также еще решить. Еще деньгами, извиняюсь. Это как бы целое направление жизни города Мурманска. 6 миллионов, извините. Уникальная как бы вещь. То есть подобные школы есть, конечно, в других городах, но их не так много. Если нужно, значит будем выкупать. Выкупим и все. Ну, никаких 6 миллионов. Подешевле.